Всем добрый день. Нахожусь на своем дачном участке. Дачный участок сам уже лет 15, но розарий заложен только 2 года. Вот в этом месте, где я нахожусь, раньше была, скажем, такая мусорка, свалка. Сейчас здесь посажено в разброс где-то около 200 кустов роз. Все розы, самые старшие, 3-е лето, а так 1-е лето, 2-е лето. Вот нахожусь возле английской розы Эвелин. Шикарная роза, это ее 2-е цветение. Очень красивая, чудесный запах. Немножко болявая, но как все розовые кусты, требуют обработки. Сейчас немножко хлорозит. Вот надо обработочку сделать хилатом железа. И все поправится. Ну, сейчас осень. Розочки все начинают где-то болеть. Где-то пятнистости, где-то ржавчина идет. Поэтому страшного ничего нету. Уже идет полная подготовка к зиме. Вот сегодня поработала хорошо. Под каждый кустик подсыпала калий, магнезию. И немножко золы. Вот розочка спреевое цветение. Лидия, красавица. Цвет чистый, розовый, бутончики. Просто чудесные, обильное на цветение. Умничка такая. Красота. Рядом люксор. Чайно-гибридная. Вдалеке желтенькая Сити. Или, возможно, правильно, Сан-Сити. Спреевое цветение. Люксорчик. Сахара, второй куст. Штамбовая роза Розариум Ютерсон. Очень болявая. Пришла в таком состоянии нехорошем. Это ее 2-е лето. Вот, собственно, 2 сезона только занимаюсь тем, что ее постоянно лечу. Но сейчас вот к осени она как бы вышла более-менее с чистой листвой. Ну, будем бороться с болезнями. Все требует профилактики. Вот на этом участке посадки роз. Весна 2019 года. Клумбы заложенные. Вот я подхожу к шедевральной розе Лоран Кабруль. Чудесная роза. Просто, которая роза никогда не подведет и не подводит. Цветет беспрерывно. Цветок держит 2-2,5 недели. Не болявая. Куст нарос, вот посадка 19-го. Собственно, получается 2-е лето цветения. У нее высота где-то, может, 1,20 м, 1,10 м. Бутоны держатся очень долго. В любой стадии. Посмотрите, какие бутоны. Полностью набитые, полнолепестковая такая розочка. Ну, немножечко, конечно, своего веса она где-то не держит, но в любом случае она без подвязки. Вот в каком виде она есть, в таком я вам ее и показываю. И рекомендую каждому розоводу, то ли любитель, то ли со стажем, то ли новичок. Это слово роза заслуживает внимания в каждом саду. Потому что она благодарит своей красотой, своим цветением, своим постоянством, своими очаровательными закрученными этими лепестками, которые раскрытие идет. Вот она какая набитая идет. Немножко даже чуть-чуть, когда раскрывается, напоминает Августу Луизу. Но при полном раскрытии вот такие крупные, большие помпушки. Ну, вообще, конечно, я ценю все розы по времени, как она держит цветок. Держит цветок чудесно. Вот рядышком роза очень на нее похожая, Нотр-Дам де Роз. Но отцветает очень быстро. 3-4 дня и все, цветения нету. Дальше просматривается концерта. Прекрасный цвет, но тоже очень быстро отцветает. Помпушки такие маленькие, небольшие. Вдалеке малыш Крокус Роз. Здесь
люблю очень эту розу, потому что она достойная быть в каждом Саше саду. Иоганн. Бутоны очень крупные, красивые, цвет чудесный. Но цветок держит 2 дня, на третий она осыпается. Жасмина, плетистая розочка. Это вот ее 2-е лето. Как бы я ее обрезала после первого цветения, сдерживала, но все равно удочку она выпустила. Уже в следующем году буду формировать ее полностью как плетистую. Здесь клумбы идут. Сейчас так немножечко вдалеке. Гранта моря. Как всегда говорит Елена Иващенко, супер гранта моря. Но это не супер гранта моря, это просто гранта моря. Чайно-гибридная роза, высокая высота. За ней находится лагуна плетистая, 2-е ее лето. Так вот, гранта моря практически ее догнала по высоте. Они рядышком Фредерик Мистраль. Красавец, чистый розовый цвет, бутон, красивый разворот такой, полный, набитый бутончик. Это все 2-е цветение. Вот еще экземпляр Эден Роз, 2-е цветение. Красавица, достойная каждого сада. Шикарная роза. В любой стадии распуска, в бутонах, в полубутонах, в распущенном виде. Красота, чистый цвет такой розовый. Очень красивая. В ножках аспирин. Шикарный. Боттичелли. Всем рекомендую розочку Пьер де Рансар. У меня их 3 куста. Они все посажены в разных местах сада. В каждом уголочке привносят свою изюминку, свою красоту. Раскрывают именно такие зефирины красивые, розовые. Немножечко так. Вот еще 1 куст Пьер де Рансар. Мидсаммер. Так что полюбуйтесь вместе со мной садом. Сейчас вечер, тишина, ветра нету, ничего даже не шелохнется. Сад красивый, наполненный ароматом. Немножко прошли дождики. Так что, пожалуйста, выращивайте розы, будьте здоровы, будьте счастливы. Всем всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.